Ну что, друзья, сегодня 16 число, уже 4-й день пребывания на благословенной Абхазской земле. И у нас сегодня по плану посещение Новоафонского монастыря, это точная копия греческого, там где-то находится. И потом посещение вот этого распиаренного озера Рица. Вот мы должны эту программу выполнить, как нормальные советские семьи, приехавшие с женами, с детьми здесь. Озеро Рица мы должны посетить и посоставить свои впечатления, и дальше вы увидите, как это будет происходить наша поездка. Девочки, вроде у нас нормально. Все подготовились, да. С утра уже. В смысле, позавтракали. Оставайтесь с нами. Это абхазский флаг. Вот. Что он означает? Флаг? Вот на флаге что там вообще какие? На флаге это там ладонь обозначает приветствие, а то, что 5 звезд, это то, что в Абхазии есть 5 районов. 5 районов, да? Тут 5 регионов, да? А вот еще такой вопрос. Вы вот по религии вообще кто? Мы не понимаем. Христианин. А? Христианин. Христианины? Да. Ну, я армянин, армяне в основном все христиане. Нет, это православные, да? Именно православные. Да. Сами абхазы, они же... Абхазы есть и мусульмане, есть и крестьяне. Мусульман меньше. А почему мы ни одной мечети не видели? Это я не знаю. Понятно. По-моему, в Абхазии нет. Нету? У них другая немножко религия отличается. Просто их там гонения были, поэтому всегда обижали. Вот проезжаем, это новый Афон, и мы едем... Вот справа это парк. Там были уже в предыдущих сериях, можно увидеть. Везде гостеприимство, вино. Армянское благодушие. Армян много здесь, да? Второе место занимает Балперепис. Второе, да? Да. Так вы, смотри, вот еще такой вопрос. Вот многие армяне имеют гостевые дома здесь, недвижимость, землю. Это именно армяне с абхазскими паспортами, наверное, да? Конечно, они все тут, которые все живут, они все абхазские паспорта имеют. А армяне, они и купить не могут сейчас землю, как и россияне тоже, да? То есть запрещено. Нет, почему? Могут купить. Ну, а как это оформление-то там вроде? Тут, которые мы живем, мы все местные армяне. И все имеют тоже право. Вы паспорта имеете абхазские? Абхазские, конечно. Ну. Мы тут родились, наши предки тут родились. Вот мы подъезжаем к Новоафонскому монастырю, здесь такая вот, понятно. Кстати, машины очень хорошие здесь, потому что как-то у них легализован ввоз японских автомобилей, и они с аукционов берут, и неплохие автомобили очень. Потому что у нас растаможки нет, растаможка дешевая. А, дешевая растаможка? У нас страховки нету, налогов нету на машине. Ребята, страна мечты. Вот честно сказать, самая свободная страна, в которой я был, а был я много где. Вот мы уже, дорога все идет кверху. А интересно, а если из вас возить? А это то же самое, что из Японии, что отсюда? А, там будет растаможка. Ну нет, мои дорогие, растаможка вам очень дорого обойдется. Вы вот только будете купить машину, а будет на три дня. Так, это для блога автолюбителей, вы услышали, да, информацию. Только месяц вы можете на абхазских номерах ездить по России, правильно, да? Да, без пошлины. Так что, если приедете в Абхазию, берете здесь дешевый автомобиль, можете здесь жить, тусить на нем, что хотите делать уже. Но в России уже не везти больше месяца. Так что вот, интересно. И по земле, очень прикольные участки земли, дома. И, к сожалению, россияне и жители, иностранцы не могут покупать на себя это. Только через Абхаза. К сожалению, для россиян и иностранцев. Но тем не менее, если вы имеете настоящего друга Абхаза, который, вы понимаете, что... Он гарантирует что-то, да? Там так, наверное, и делают, да? Ну, не именно, чтобы он абхазский, главное, чтобы он местный был. А, местный был, можно. Армянин русский, да. Армянин русский, там, паспорт. Ну, да. Так что... Вы не видели, наверное? Получить паспорт? Можно вот абхазский паспорт. О, абхазский паспорт. Давайте посмотрим, смотрите. Вот такой красивый. Ладно, не буду. Я просто покажу обложку. Вот это паспорт этого человека. Счастливца, который проживает в такой классной стране. Абхазия. А если абхаз женится на россиянке, как бы страна получает гражданство? Вопросы с залом. Когда?
сделают все законно, она получает. А, сразу получает? Да, определенное время, а месяц-полтора получает. А если она разведется? Соню срочно сюда. Соню срочно. А, не останется? А, останется? Останется? О, Соню! Соня, это информация для тебя. И для мамы, и для нас, друзей. Мы же все здесь многодетные, у нас взрослые. У нас детей целая грядка. Мы их думаем, к вам пристроить. Может, мальчика же не там. Кто пожертвует своей дочкой? Кто-то не пожертвует, потому что она влюблена и будет счастлива. Главное, жениха найти. Ну, при том, здесь это принято, как бы, не спрашивать особо детей. Очень красивая дорога. Смотрите, как еще люди. Интересно, вид транспорта. Смотрите, это называется моноколесо. Вау, это экстремал. Еще с ребенком. Пипец. Женщина. Ну, женщина, не важно. Смотрите, как красиво. Вау, ребята, вот сейчас. Если не обращать внимание на дорогу, ну, на самом деле нас уже это не обламывает уже. Не смотрите вот на всякую фигню, типа инфраструктуры, сервиса, это уже второй план. Нет, мы пешком пойдем. Да вниз-то легче. Что же делать? Вниз вам так не надо идти. Вот там есть дорога, спускались сразу к водопаду. Мы там были на водопаде. Или вот тут оно сейчас. Вау, смотрите, как это открывается. Или вот слева дорога, по этому, это называется тропа грешников. Так, все, ребят, шуметь воспрещается здесь. Давайте перестроимся немножко. Сейчас братья нас будут встречать здесь. Вот мы приехали. Свечки только можно купить в лавке. Модных ревущих потоков устремляясь к морю вместе с булыгами, вот в этом самом месте замедляют свой ход, но ненадолго. Товарищ, потом по адресу скидываем ко мне, пожалуйста, на свой канал. Свой канал, смотрите здесь. Снимать времени нет, руки заняты всегда. Понятно, понятно, я понимаю тебя. Для этого есть отдыхающий. Который помогает творить и быть. Одним-то, у них-то руки свободные. Да. Камеру поставили, смотрит в сторону моря, а должна была структа онлайн смотреть. С вашей помощью исправить частично. Так. А пожертвования куда скидывать? Благодарность. Молитесь за художника. И скидывайте ко мне на канал. Но если будет дан меркантильный ход, мы с вами в доле пополам. Господь велел делиться. Не забывайте про это. Принято. Такая красотища. Ну, тебе еще за здравие кому-нибудь поставить. Кстати, потом за здравие поставь. Кто здесь танцует? Кто играет? Песня рождается там, где я умираю.
дерево жизни растет из покоя. Ребята, мы находимся в Новоафганском монастыре, в Бадыменном городе. И это сооружение было построено в 1874 году. Во время русско-турецкой войны было немножко приостановлено, и основателями были тот новый Афон, который находится в Греции. И завершение было в 1900 году, и Александр III присутствовал здесь и поддерживал эту постройку. И среди вот этих кипарисов, этой абхазской зелени, она наблюдается на всем протяжении этого маршрута, и золотые купола отлично вписываются в ансамбль этого места. На открытии было порядка 40 тысяч паломников, и считалось, что в то время оплотом православия на всем Кавказе, как и сейчас осталось. К сожалению, в годы революции он был достаточно разрушен, и игумен была дача Сталина, Берии. Впоследствии тоже он пришел в запустение. Кстати, во время грузинско-абхазского конфликта тоже здесь был доступ. Сейчас-то все восстанавливается, и продолжает батя служить здесь, и он совершает ту миссию, которую ему готовлю. Очень красиво, рекомендую посещение. Я хотел добавить еще, что это оплот православия на Кавказе. Это был крупнейший собор, крупнее не было здесь. Но что характерно, что меня поразило первое, то, что нам одели дети вот такие юбок, которые пуштали, чтобы колени прикрывало. И второе, что для когда идут когда идут леса, то здесь такие скамейки. Это присуще католической церкви, но тем не менее это очень удобно, хорошо. Как мне сказать о тебе, слова мои слепнут. Всякий раз, немножко когда батя живет, звезда, немножко разрушенной территории. Знаю, каждый из нас прощен навсегда, к сердцу прижал мир, как он есть, все, к чему я бежал, все уже здесь, там, где пламя свечи встретиться с ветром. Один поцелуй, и я перестану быть смертным. Не спрашивай, я не отвечу, но смогу улыбнуться. А вот ты сейчас мне повязал на удачу. Это она правда будет? Да. Да? Благодарю тебя. Ребят, хочется сказать, что очень благостное место, спокойное, и больше всего, что мне здесь заинтересовало, то, что стирание между православными и католическими религиями здесь очень четко чувствуется, потому что есть для мессы, для служения какие-то постаменты, ты сидишь на креслах, это присуще католическому храму. Я очень рад, что православие это тоже присуще, и, видимо, все люди разных конфессий здесь собирались и чувствовали себя как дома. Я, честно говоря, вижу первый раз вот такое здесь, поэтому мне очень нравится и рекомендую прийти и прочувствовать весь дух вот этого великолепного места. Давай. Вот мы посетили знаменитый Новоафонский храм. Это прекрасное, чудесное место. Каждый турист, приезжающий в Абхазию, считает своим долгом здесь побывать. Это, конечно, изумительно. Благостное, красивое место, но мы сейчас хотели сказать не об этом. Поверните, пожалуйста, камеру вот на эти красивые розовые цветочки. Как они называются? Вы думаете, это сакура? Нет, это не сакура. Катенька, как они называются? Олеандр называется. Так. Такие красивые ядовитые растения можно добавлять мужу потихонечку в его еду, и очень скоро вы станете вдовой. Рекомендуем. Это что это у нас за партия таких, этих, смотрите, это растение ни в коем случае не добавляйте. Девочки, не добавляйте это вообще в пищу, потому что это чревато. Это все сказала, да? Вот эта тропа, она действительно называется тропа грешников. Его первое искушение, это олеандр, вот этот, который рос, и предыдущий, этот, что Наташа говорила, что может добавлять мужа, и он умирает.
это в течение какого-то времени, притом неизвестно от чего. Но это чушь полная на самом деле. Хотя, может, и имеет фото. А дальше идет тропинка искушения. Вот здесь у всех, кто хочет, всякие явства, вкусности. Там. Это надо попробовать, я думаю. Это интересно. Вот она, кавказская тема. Вот рекомендую такой сыр. Какой-то да. Сыр просто безумный. Корни, чай. 2 пачки на 100 дам. Вы не пожалеете. Такие магнитики. Очень красивые. Пожалуйста, что желаем, ребята? Берем что-нибудь. О, Михаил, здесь уже оригинальные вещи. Да, подойди ближе. Сейчас, смотрите, вот это. Вот. Это ради алкоголиков просто. Нет, алкоголик еще что-то. Да нет, это шутка, это так. Это. Держи, посмотри. Не, я верю, да. Спасибо, будет. Да, несколько штук ног, то напиток резервы там будут. Они видят, что там будет стакан. Пошли. Вот кумкват. Вот он знаменитый. Он очень вкусный. Чили. 3 штуки 100 рублей. Что? Вот эти. Ой, как дешево у вас вообще. Да. Вот это. Сама делаем. Да, нет, спасибо. Мы у нас уже немножко его пересытились. Благодарим. Спускаться с монастыря. Вкусно, как у мамы. Кафе называется. Посмотрите, как красиво сделано качели. Девчонки, россиянки здесь. Мы сюда вернулись. Вернулись, да? Мы здесь были в марте, нам очень понравилось. Печка прямо открытая на кухне. Детям хорошо. Хорошее место. Да. Если ходили попрохладнее, то все. Такой у нас сегодня интересный автомобиль. Toyota. Со славой у вас гид. Пулак. Покушали, все довольны. Красивый автомобиль. Ну, такого у нас еще нет было. Вращаемся с новым Афоном. И перемещаемся на озеро Рица. Не насладиться, не благодарить. Рица, Рица, представляете, сколько места нужно? Заходи. А? Ну заходи, дверь закрыть же надо. Я помогу. Ты точно? Там за Светиком Степа сидит, Саша. Да, да. Сыр нет, я сегодня могу и поговорить. Спрашивайте, где сыр купить, где мед хороший. В общем, на все в меру своих знаний буду я отвечать. Новый Афон. Интересный город, все началось с Анакопии, то есть первое его наименование еще в 4-5 веке было. Заходим, дегустация. Галь, куда мы приехали? Скажи. А? Дегустацию. На какую? На сыра. Спроси, его достал в холодильник? Такие нас джиги-то встречают. Алмаз, Предгорье, небольшой низменный стиль. На востоке все именно равнина. То есть это не больше где-то процентов. Он, конечно, спиртовой, но другой. Да. Здравствуйте. Это терпкое уже. Такие тонкие ценители. Оно такое не сладкое уже. Вкусное. Это полностью сухое, да. Панчкара, да? Если мне понравилось, вы можете слить вот сюда. Я сначала. Это очень ароматное. Варю врач пошла. Да, варю.
У Вали первая дегустация, да, Варя? В жизни. Почему? Может, тогда пробуем? Да? Меньше чача уже как бы... Сколько я уже не буду? Уважаемый, пожалуйста. Друзья, когда вы будете ехать на новый Афон, вы зайдите обязательно на дегустацию вин. Но вы не вернетесь в Россию без вин. Потому что здесь все так красиво Вячеслав рассказывает. Фамилия у него Сдвижба. Это частная винодельня, и также и чача, и все напитки. Потому что здесь самый уникальный климат и лучшая Богом созданная природа для выращивания винограда. Так что вот те сорта винограда, как Кинзмараули, вот этот сорт, как называется, который? Ну, Акачи, правильно? Акачи. Попробуйте. В чем у тебя был? Попробуйте посмотреть вот это вино, потому что оно просто божественное. И эти вкусы, которые вы не попробуете нигде. Вот я отлично, мне сколько там. За полтос, но я первый раз в жизни его попробовал, и это очень вкусно. Да, подожди, друг. Так что это здесь все вот очень красиво, все грамотно, все здорово. Можно упаковать и привезти в Россию. И еще хочу сказать, что, ребят, абхазские вина – это лучшие вина, которые вы можете попробовать. То, что нам дают в магазинах, вот этих пластмассовых в России, не верьте этому, это неправильно все. Надо приезжать именно к Винсенту, это по-немецки уже, да? Это именно к виноделу и пробовать здесь, и получать удовольствие, потому что они несут только вкус, радость и веселье, и еще добавок здоровья. И вот из таких рогов... Блять! Вот смотрите, даже вино не разбилось, видите? Значит... Покупайте теперь это, чтобы чем разбить. Сыр. Приятного отдыха, проходите к тому столику, берите шпажки. Очень красиво. Это мой рай. Это мой рай. Я люблю. Отойдите от стола. А снимать можно снимать? Только не меня. Ага. Хорошо. Так, смотрите, ребят. Первая тарелочка слева такая, это сыр буйволицы. Как вторая? Сыр буйволицы. Вторая тарелочка, вот она. Это будет козий сыр. Третья тарелочка, овечий сыр. Сыр выдержанный в вине и шейка свинины. Пожалуйста. Скажите, а все сыры это копченые, да? Да, все сыры копченые. Берите шпажечку, начинайте дегустировать. Ребят, первая тарелка слева, это сыр буйволицы. Сыр буйволицы выглядит вот так вот. Пожалуйста, можно посмотреть. Выдержанный в вине. Вот такой вот. Пожалуйста, можете посмотреть. Где он? Вверху, да? Да. Это самый такой, красноватый, да? Такой цвет, да. Угу. Он кусочками нарезаем. То есть, как правильно хранить сыры? Сыры хранятся 2 недели без холодильника. В холодильнике 2-3 месяца. Можно замораживать на несколько лет. Форма, структура сыра абсолютно не портится и не меняется. Естественно, если правильно хранить, вот в таких бумажных пакетиках. Как долго хранится мясо? Мясо можно хранить 2 недели также без холодильника. В холодильнике 2-3 месяца. То же самое, что и с сырами происходит. Слева, посмотрите, это у нас водопад такой интересный. Девичьи слезки. На обратном пути проедем. Так, в общем, стена извести, которые вот эти капельки воды, стекающие сверху, разъели до вот такого состояния. Так вот, Бога из нашего язычества, и даже слово у нас одно и то же, и на его, и сам чап. Летят судьям, вот этот верховный Бог, и в христианстве у нас тоже амчап. Это, конечно, противоречит одной из заповедей Бога Немало, не сотвори себе идола, не сотвори себе кумира, это как раз про это. Но в итоге... Абхазы все равно как к этому своему язычеству сейчас относятся не столь серьезно, как раньше. Смешно, да, Стёк? Как, к сожалению, и в Саянах везде природоохранные зоны стали платными. Вот это печально немножко, но вот стали КПП вот такие делать. Ну что делать, и пока объявление времени, ну это реальность. Так и здесь. Удивительно, кстати, на самом деле. Вот такая типа граница. Стоят дядьки такие с серьезными лицами. Один вон. Все, все, все это разрулено. Решился на тарзанке? Хочешь? Посмотрим сейчас твою реакцию, когда подойдем к ней. Друг друга
Во время полета каждый из вас желающие могут брать с собой, в розыске мужчина, могут брать с собой фотоаппараты, телефоны, весь свой полет на видео снять. Ограничений здесь у нас нет. В возрасте 56 лет самостоятельно могут кататься. Я говорю, самая свободная страна. Делай, что хочешь. С телефонами, пьяный, с детьми, любой возраст. Делай, что хочешь, летай. Так что говорю, Абхазия — это страна, рай. Чеки, да с собой возьмешь телефон. Святослав, самый смелый. Он не боится. Это вот такая примерно метров. Сколько метров она длиной? Сколько метров? 550 метров. Зиплайн над бурлящей горной рекой. Не бойся ничего. Не бойся. Все здесь безопасно. Все безопасно. Вот такая ждет. А? Цепляй, цепляй, да. Там поймают все. Не бойся ничего, Свят. Все спокойно. Все будет хорошо. Поехали. Святик! Отлично. Наташа, впечатления? Впечатления какие первые? Классно, лучше, чем в Сочи. Это наверху оставляем на втором этаже, под навес с правой стороны, как поднимаемся на лодку. Хорошо, спасибо, благодарим. Парни, спасибо. Нет, мы хотим поснимать следующих. Детей, детей. Сейчас дети поедут, я поснимаю. Ну эти пускай наверх поднимаются, вот эти здесь в сторону встанет. Что, страшно было? Честно скажи. Страшно? И герои! 5 лет человеку! Идет! Давай! Мирослава! Вот так вот, дети от 5 до 8 лет спустились втроем. Молодец, ты крутыш! Иди фотки посмотри, Мира, Мира, фотки посмотри. Сухотище, говорит. Сухотище, да? Отстой, говорит. Вообще ни о чем, да? Нет. Деревья так или иначе связаны. Вот представьте себе вот это дерево, которое выросло семечком на этой отдаленной горе. Где-нибудь на каком-нибудь месте. Это по-настоящему горное одиночество. Это дерево не связано ни с чем, оно попало туда маленьким семечком, и оно демонстрирует невероятную волю к жизни, которой можно позавидовать.
и получаю что-то полезное, питательное от того, что занесет ей ветер и дождь, это дерево вот в этой самой земле растет. Там Эйвен Бахский, Рейнбахский, там Бандрарик, эту вещь рассказывали, что он есть растений. Да, рафтинг есть, но конкретно на некоторых участках, типа здесь большие слишком камни, глубина может быть низкой, ну и, собственно, где-то здесь еще нет, как скажем, обученных рафтингистов, которые были бы сорвать. Ого! Снайперы сверху на горах должны сидеть, я все могу стреливать. Это вообще необъятно. Что посередине есть камень Поля Робсона, ну, в общем. Очень красиво. Просто и афроамериканский такой исполнитель музыкальный. Такая мощь. А кто сказал, что не надо сюда ехать? Не суть важно. Поль Робсон приезжал в Абхазию. Он известен тем, что, в общем, коммунист. И его за его коммунистические взгляды из Америки депортировали. И он приезжал в Абхазию к абхазским неграм. Серьезно? Миш, быстрее! В пещере Йоркшира. Здесь много, поэтому ходите сначала к реке, сели, дальше и уехали. Нет, подожди, голос, что было слышно. Ребят, по пути на Риццу вы приезжаете в Ипшарское ущелье. Кадастровый разлом. Офигенно здесь. Просто воздух и неописуемая красота. Посмотри, какие вещи. Я не знаю, чего у нас знаменито, но здесь были бои еще во время Великой Отечественной войны. У нас воевали. Захват был. Мы продолжаем свой путь к озеру Ритца. А оператор, любезно, который это все делает, это Андрюшка! Мужчина! Автобус ждет нас, такой веселый, расписной. В общем, сильно пострадала после там поразе. В 1810 году Абхазия попала, Абхазия вошла в состав Российской империи. На тот момент мы туда вошли, да, как в общем-то, такая автономная часть.
так. А в 1801 году, то есть на 9 лет раньше, в состав Российской империи вошла Грузия. И вот этот период входа в состав России, в общем, он знаменовался как раз вот этими русско-турецкими войнами, вот этим началом, когда один брат был за турков, другой брат был за русских, вот эти сыновья абхазского царя. В итоге, в общем-то, были вот такой народный раскол. Большая часть абхазов живет в Турции сейчас, махаджирами уехали. Ну и в итоге абхазы так поделены: зеленые полосы обозначают ислам, белые христианство. Ну это как раз вот одна. Не в Абхазии не столько мусульман, как-то вот запечатлеть вот этот момент на абхазском флаге. Большая часть вот из них как раз живет в Турции. И в итоге это чередование, грубо говоря, еще обозначает веротерпимость. Ислам, христианство, вот этот верхний прямоугольник, сколько там уже проклад, красный обозначает кровь предков, на которых зиждется наша земля. Белая ладонь — это символ открытости, добра и гостеприимства, и отсылки, и отсылка к геральдике абхазского царства. Семь звезд от нее — это семь очагов происхождения абхазского народа. Дал забал свой имга Самурза. Снег, видишь? Вижу. Снег. На подступах. Ага. 5000 метров над уровнем воды Балтийской. Так. Плюс 21. Сейчас. Да. Воздух как? Чист, свеж. Чакры открываются. Пьянит просто, кружится. Это изучать абхазский язык. Сразу поняли, что место жительства в Абхазии. Абхазский в приоритете у вас. Видите, все открыли учебники. Салат весенний. На номер. Друзья, еще это озеро Рица внизу находится. Мы находимся в высокогорном селении. Вот заехали на ужин. Я вам скажу, когда я был в Объединенных Арабских Эмиратах, вот такой номер, только там единички стоит, нулей нету. Это шейха Зайда было в свое время, как бы. И если бы здесь бы не Абхазия была написана, а Эмираты бы, это больше 10 миллионов долларов стоит. Один номер. Только один номер. А здесь эта машина, ну, понимаете, чья, наверное. И вот она находится, и мы рядом находимся с ней. Сейчас называется у вас Амзара. А, или и одноименное название селения. Вот видите, нам сейчас дают еду. Никто больше пил. Не хочу пиво, я хочу винище. Хочу винище. Дайте мне 4 литр вина. Есть опасность протрезветь. Это домашнее вино. Иначе мы станем другими женщинами. Это самое красивое. Река Рица. Еще здесь есть горы со снегом наверху. Еще тут много корабликов плавает. Тебе нравится здесь? Это в Абхазии, да. В Абхазии это? Да. Мы в России. Россия это? Какой России в Абхазии? Вот такое великолепие вокруг. Абхазии? Нет! Озеро Рица! Кеша! И команда экстремалов. Все думают, что конвокс это возможно. На Рице тоже. Сейчас погребем. Не страшно? Страшно. Начинается. Мама аккуратно, папа чуть не упал. Команда красных. Ну, смотрите, команда Николаевых. Уходит по улице. По горному озеру отправляется в путь. Мы отправляемся в поход по улице, по горному озеру Рица. За двигателя у нас Святослав Сельхов. А там Степа пошел. Смотри, пап, там Степа пошел. Оборачивай, левее руль.
Соседний экипаж. Давай здесь на ресторан. Дай я помогу. И наконец-то мы находимся на славном корабле на озеро Рица и идем в путешествие в дальние страны. Это увлекательное путешествие, которое протекает по каналам и рекам Горной Абхазии. А дальше будет самое интересное, потому что мы только вышли, вся цивилизация остается позади, а мы уходим бескрайним простором горной реки Гага. Гагра! Будем подъезжать к этому зданию. Не, на камни идем, на камни, Свят. Да. Левее. Не надо к зданию подъезжать. Оно, во-первых, оно не нужно. Я хочу ближе к нему. Мама, давай. Капитан. Улыбнитесь. Okay. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан. Подтянитесь. Только смелым покоряются моря. Крутит? Можно я сяду? Мир, крутить, если ты не можешь крутить. Я кручу. Все. Мам, видишь, мы сами поворачиваем. Хотеть? Потому что, наверное, вы маленький, вам вы, наверное, тяжелее. Я хочу, чтобы ко мне папа сел. Пап, ты можешь... Помните, где были женские сёмки? Да. Там разворачивалась основная часть нашей легенды. Там жила красавица Гунда, была настолько прекрасна, что сама природа завидовала ее красоте. И вот однажды красавица спустилась к реке в засуху, когда русалка Агузила, которая сидела там на дне реки, попала, сохла в ней, загорелась она завистью к этой прекрасной девушке. Как девушка успела выкрикнуть имя морского бога, который поднялся, предстал перед ними и, увидев эту картину, обратил в небе русалку в камень. И в ее объятия в камень обратилась и сама девушка. И в итоге... Девушка пропустила из себя исторгнуть слезы любви к своему возлюбленному Акре, который охотился здесь. И тот попросил то же самое божество встать и перед ним. И попросил и его, просил и его обратить в камень. И тогда заплакал и Акре. И их слезы в камень. Влюбленные могли, в общем-то, слиться там, у низовья реки Бзит, и хоть в каком-то виде они могли бы быть. Здорово, спасибо. В горной Кавказской долине, на реке Мзга, стоят два гордых джигита. Мужские слезы идут сверху по преданию. Это ради того, чтобы остаться с любимой женщиной. На что только джигит не пойдет. Нескончаемым потоком текут мужские скупые слезы. Асса! Асса! В целом свете, там, где всегда мороз, крутятся медведи. А земную ось мимо бегут когда там тан-тра-та-та-там. Да, это... Давай. Короче. Давайте смотрим.
Давай видео это. Друзья, когда будете в Абхазии, обязательно попробуйте экскурсию на озеро Рица. Очень интересный транспорт. Экскурсовод просто огонь. Ну, возит вот таких... Индивидуальный тур. Индивидуальный тур. Посмотрите налево. Мы уже едем уже третьи сутки. Останавливаемся. Вина попить на меде. Мы что такое уже не пробовали. Отбиваемся от диких животных. Но мы скоро достигнем этого озера Ирица. На пчел посмотрите. Это пчелы? Да. Вот ули открыли. Пчелы вообще у нас не кусачие. Как не кусачие? Ну вот так. Это особый вид. О, пчела. Офигеть. А что она треснута? Пчелы сбились. Нифига тут. Это видишь, они делают. Сексилиончик пчел. Смотри, они вот здесь вылезают и залезают. Смотри, вот. Но они живут. Да, это же настоящие пчелы, настоящие ульи. Вот им тут точно тесно. Вот они, смотри, вылезают и залезают. Вот сюда иди. Смотри, вот они. А, они могут вылезти? Ну, конечно. Че, они еще вылезают? Туда я уйду. Пока. Смотрите, они вот долетают, да, вы не Да. Ой, собака бежит! Ой, ты какой маленький. Ты такой пупсик. Смотрите, какой улей наверху. Ой, я никогда улей с ним не видела. Вот улей. Ты какой маленький зайка, бузика, бузика, бузика. Пойдемте. Выходим в медовый дворик абхазский. Там что это у нас такое? Вау! Смотрите, какие здесь явства. Опять же, меда все различные. Это все Абхазия. Это перга. Какая перга это? А что это? Ну это. Ну не молоко же маточное. Нет, это не молоко, мам. А можно сделать посмотрите специально, да? Так, все красиво. А это медовуха похоже. Это опять алкогольное? Смотрите, как здесь. Так, что вам нужно? Вы откуда, ребята? Маточное молочко. Вы откуда, ребята? Мы из Санкт-Петербурга. Ну, это не маточное молочко. Маточное молочко, оно хранится в холодильнике у нас. За грамм примерно, ну, это дорого будет стоить. Но оно обычно так выглядит, вот в этих. Ну, нет, это не маточное молочко. Это перга, скорее всего. Ой, да, это перга, я перепутала. Да, маточное молочко, это отдельная тема, это мы поговорим попозже, это обращайтесь. Это секретная тема вообще. Что вас еще интересует? Слушай, ничего не интересует. А вас что интересует, кудрявый? Вы похожи на Киану Ривз. Или как-то. Вот это интересует. Гранула, да? Похоже на порошок. Запрещенка в Российской Федерации. А в Абхазии в свободном доступе? Да. Free. Весном наливаете, утром улыбаетесь. Такой набор королевский будет стоить 6 тысяч. Потом узнаем. Зайчонок, конечно. Зайчонок. Вы утром улыбаетесь, а он спит еще. Ну вот и заканчивается уже наш день традиционных путешествий на озеро Рица, где, наверное, каждый человек должен посетить. Я вам скажу, что стоит того. Это великолепное зрелище увидеть вот это самое большое абхазское озеро. По пути попробовав винодельню, настоящих вин, меда настоящего, того, который выращивается, который собирается в этих горах. И это здорово. Езжайте сами, увидите своими глазами, потому что слова очень сложно передать. Но то, что увидели в фильме до этого, может частичку этой души и передает. Так что, до новых встреч.